Если буква «е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность в ее целостности. Буква «и» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Согласно нумерологии, люди с этим именем являются ярко выраженными исследователями всего окружающего. Обычно они неплохо преуспевают, либо их преследуют неудачи, причем изменить и то, и другое является весьма непростым делом. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Они отличаются смелостью и умением достигать цели. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Значение буквы «П» в имени определяет такие качества личности, как уверенность в собственных силах и склонность к философским размышлениям. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Зачастую это имя проявляет принцип доминирования, контроля и достижения. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.